Саженцы базульника Вильсона, базальник Вильсона, относятся к декоративным красиво цветущим многолетникам. Растение высаживается для озеленения участков, оформления газонов, цветочных клумб и бордюров. Наиболее гармонично базульник смотрится в групповых посадках. Расти предпочитает на влагоемких почвах. Растение относится к тенелюбивым. На солнце приживается плохо. Высота взрослого растения достигает 1,5 метров. В диаметре крона разрастается до 1,5 метров. Соцветия распускаются ближе к осени, в сентябре-августе. Цветки желтого оттенка. Соцветия распускаются на длинных стеблях, возвышаясь над листвой. Листья крупные, выглядят декоративно. Базульник Вильсона – это многолетнее растение высотой 150 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 150 см в диаметре. Базульник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола базульник Вильсона можно отнести к группе низкорослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает базульник Вильсона в месяц август, сентябрь. Цветок окрашен в желтый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме округлый. Весенний окрас листочков зеленый, летом цвет листьев зеленый. Обратите внимание, что базульник Вильсона – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.